Этот ламинат сюда. Этот ламинат тоже вот сюда. Еще осталось две штучки. Забираем. И забираем. Оказывается, полезная шняга даже не для того, чтобы кушать. Она хорошо жарит вещи, поэтому мы с Катей пришли к такому выводу, то, что надо построить собственную плавильню и использовать там топливо, вот этот ламинат. Где она плавает-то, а? Так, осталось еще штучек 100. Слушай, Сквидвер, ты мне уже надоел. И подружку свою забираю, уплывайте отсюда нафиг. Это не ваш дом. Вали, говорю. Какие-то Сквидварды там у нее. Ну ладно, Чебурак, охраняй, следи, чтобы она с ума не сошла. А я вам покажу свою новенькую постройку, которую я строил до начала этой серии примерно минут, ну, 45. Наверное, Катя, когда ее увидит, придет и в очередной расскажет то, что она выглядит лучше, чем наш дом. Вот просто ловите меня на слове. Вы спросите, что это такое? Так я уже ответил. Плавильня. И именно здесь у нас будут пережариваться все наши вещи. Я уже построил плавильню для Рут и плавильню для Хавчика. Прямо сейчас из этих всех ламинатов надо сделать ламинатные блоки. Они нам пригодятся, потому что, честно, я не знаю, сколько они могут пережарить предметов, но все в комментах писали то, что примерно один блок сушеной ламинарии жарит 20 предметов. Это вроде в 2,5 раза больше, чем чему. Ставим один ламинат вот сюда и ставим один ламинат вот сюда. И вот сейчас с этого момента мы загружаем также по одному ламинату в каждый вот этот сундук. Это будет значить то, что вот эти два сундука будут поставлять топливо в наши вот эти плавильни, или как они там называются. Екатежопик! Я тебя вижу там на пирсе, давай топай сюда! Ура, наконец-то! Бегу! Да это же махина, выглядит лучше, чем наш дом. Во, а я чё говорил, то что на 100% это скажет. Катя, это не наш дом, это плавильня. Наш дом вообще очень уникальный. Он на корабле, я не понимаю, чем тебе он каждый раз не нравится. Слушай, ты плавильня, у нас возле дома целый океан. Плавай сколько хочешь, нафига ты еще построил? Ты дуримонда! Плавильня не в плане плавать, а в плавильня в плане переплавлять, пересушить. Ты дуримонда! Скороговорка, плавильня не в плане плавать, а плавильня в плане плавить. Ооо, я сказала! Нифига себе, Майнкрафт еще развивает вот эту вашу серую вещество, вот это серое. Забегай давай сюда! Забегай. На кой черт мне 6 стаков ламинарии? Иди сюда, забегай там. Да не ста, там лестница с другой стороны, Кать, ты слепошарая! Вот там лестница. Вот, давай. Все, здорово. Выбрасывай вот эту всю фигню, выбрасывай. Что? Я не расслышал, что там говорило? Да хватит, я сказал хватит, все. Разрешите провести вам экскурсию в нашей плавательной плавильне. Я вообще не понимаю, что это такое. Слева плавильня плавит руду, справа плавильня плавит хавчик. То есть смотри, вот эти вот сундуки, вот эти по краям сюда будешь закидывать только топливо, только блоки ламинария. А вот сверху закидываешь то, что тебе надо пережарить. Понятно? И что, она автоматически работает? Ну да, ты просто загружаешь, она все переплавляет, спускаешься на минус первый этаж. Кстати, я же забыл вам минус первый этаж показать. На минус первом этаже уже то, что она пережарит. Оно будет находиться вот здесь. Система просто вне правил. А в самый верх я закидываю все вот эти ламинарии, которые у нас есть. Они также спускаются по этим воронкам в эту коптильню. И в этой коптильне начинают пережариваться. Все понятно? Мне это все понятно, но вопросики остались. Ну, если есть вопросики, задавай, потому что нам еще надо текать. У нас сегодня переключение в этом, в твоем любимом месте будет. Где? В аду. Ну, короче, вопрос. В прошлой серии ты сказал, что ламинария вообще бесполезная фигня и не нужна ни зачем. Да, я так думал, то, что она не нужна. Но мы же в каждой серии все комментарии ваши читаем, естественно, читаем же.
Читаем. Ну так вот, комментарии мы же ваши читаем, и все написали то, что она офигенно пережаривает блок. Я уже им сказал то, что одна ламинария может пережарить примерно 20 блоков. В то же время уголь пережаривает 8. Все понятно? Теперь все понятно. Куда дальше? Путь держит, молодой человек. Вад. Пошли, вад. И не спрашивай зачем, не скажу. Вад. Зачем? Я сказал не спрашивай, вад. Знаете что, молодой человек? Я не пойду в ад. А знаете почему? А вот знаете, сейчас скажу. Я, короче, посмотрела туториалы всякие, видосики в Майнкрафт, вот это вот. У всех очень много маяков. А у нас один, как я не знаю у кого, как у нелюдей какие-то. Мы кто вообще? Мы кто? На что мы похожи? Я хочу больше маяков. Вот, наконец-то ты пришла к той мысли, зачем мы с тобой отправляемся в ад. Давай, заходи, я тебе сейчас все объясню. Давай. Че, серьезно, что ли? Мы маяки будем делать? Да, мы будем делать маяки, только оденься, ты голая ходишь. Вперед за маяками! Оденься, голожопик! Да, ладно. Если Гаст тебя сейчас убьет с одного удара, я не виноват. Гаст, подожди. А-а-а, я же говорю то, что Гаст тебя сейчас убьет с одного удара! Не убил же, ну. А Игорь-то что здесь делает? Вот я. Тогда я этого Гаста завалю, и потом я тебе расскажу, что мы будем делать. Вот, все, вот так. Подойди сюда, Кать. Нам с тобой нужно найти кучу визер-скелетов, убить эту кучу визер-скелетов и добыть кучу бошек визера. Потому что, по секрету тебе скажу, под предыдущей серией я заметил один комментарий подписчика из всех там 10 тысяч комментов, которые там были. И он мне сказал, что есть какой-то читерный способ убийства визера. Он даже нас видеть не будет. Он просто будет стоять и сам позволит нам его убить. Поэтому я хочу испытать этот способ. Мы уже испытали с тобой читерский способ, как лису словить. Мне что-то это вообще не нравится. Ну, подписчики говорят в комментах всякие читерские способы, поэтому мы их будем проверять, работают ли они или нет. Давай, потопали. Погнали. Кто первый выбьет хотя бы одну голову визер-скелета, тот не лох. По рукам? По рукам все, погнали. По рукам, давай, погнали. Ребята, вы судите в комментах, кто лох, кто не лох. Если я первый выбью голову, давай, без вот этих эконьей. Давай, выбивай. Я буду первым 100%. Выбила. Ага, да, конечно, выбила. Кому а ты это тут... уголь. Это уголь, вот именно байки тут всякие рассказывает. Так, и я уже уголь выбил. Пацан Трэп, бошку дайте! Хотя они бы... Они за тобой бегут, так нечестно. Нет, дай мне убить. Нет! Вот кто лох просто. Я, подожди, выбьешь бошку, вот тогда и решим. В атаку! Катя, иду спасать твою задняку! Давай скорее, тут еще огнем пуляются всякие нечисти. Выпала, у меня башка выпала! Ты чё радуешься, ты лох? Эй, ну подожди еще, вот тут двоих убиваю. Давай, если выпадет... Я опять умер. Подожди, не умирай! Я опять умер, да сколько умирай? Зато башка. Башка, подожди, я тут куском мяса убиваю Слушай, давай в следующий раз как-то поаккуратнее будем, что ли? Ага, хорошо, я с тобой полностью согласен. В атаку! Стой! Куда намылился? Пацаны, сюда! Две бошки! Хочу визер скелетов убить! Давай, помогаю! Ничего не выпало, держи каменный меч, держи! Зачем мне каменный меч? Я выбрасывала уже! Вот и я не слушаю, их тут столько спавнится, это хотя бы один единственный плюс! Ты обратно отбегай, ты чё сразу на всех хрипаешь? А потом умираешь по 10 раз! Они все падают вниз туда, собаки. По-любому с них что-нибудь выпадает. Ну так ты не сталкивай их туда вниз, понимаешь? Давай, я отвлекаю, ты бей. Давай, ты бей, ты отвлекай, а я хорошо посмотрю. В принципе, я так и делаю. Я бью, я отвлекаю, Катя просто смотрит. Давайте, скелетики на меня, ну. Нет, вас только... Ваша башка нужна, ну. Иди сюда, и ты иди сюда. Так, смотрим. Еще громче можешь закричать, чтобы все кровь из ушей везде пошла! Все, теперь ты лох, потому что башка у меня! У-ху! Ну хорошо, молодец! Значит, осталась еще последняя башка, и мы с вами отправляемся в Эндермир. И даже не спрашивайте, зачем, вот придем туда и все вам объясню. Пацаны, давайте вы не будете выпендриваться, последнюю бошку, а давайте как братаны просто поведемся. Ты сейчас сказал в Эндермир? Мне не послышалось? Тебе не послышалось, реально в Эндермир. Ла-ла.
ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нет, твоего братка я уже прикончил. Сейчас я вас всех прикончу. А чё, втроём, да, только можете, кикиморы ходячие. Втроём только. На, на. Ничего не выпадло. Ла-ла-ла-ла-ла. Хватит там ла-ла-лакать, сейчас я последнего еще убью. Где ты шмонькаешься здесь? На, на. Только вот эти каменные мечи одни выпадают, да и все. Как вы заколебали, пацаны. Подойди, пожалуйста, к нам с Каролиной. С кем? С Каролиной, подойди к нам, пожалуйста, это курица Каролина. Мы тут с курочкой походили, там скелетиков поубивали, да так вот быстренько на скорую руку бошку выбили. Так. И ты сидишь молчишь, я тут уже полчаса с этими скелетами бабраюсь, а у тебя уже две башки? Так я тебе говорю, подойди к нам с Каролиной, ты вообще не слышишь, как будто... Каролина, вот видишь, Каролина, извините, пожалуйста, у нас с Катей другие важные дела. Она помогла нам поймать бошку, а ты с ней так поступил. Да, да, пошли, не надо меня приканчивать, у нас с тобой другие важные дела. Кать, встречаемся в Эндермире. Всем пока. Уи! Каролина, я буду помнить тебя. Каролина, ты вернулась! Это не Каролина. Ты песок душ взяла? Взяла. Бошки взяла? Да у меня крылья на мне, все, погнали. Все, давай запиндюливайся в этот лифт и погнали в Эндермир. Ой. Катя, Эндермир в противоположной стороне, да, вот туда лети, я сейчас приду. Все, давай. Полетели, полетели, снегами тели. Но-но-но-но-но, не трать фейерверки. Давай запрыгивай, я готов с тобой поделиться секретом Майнкрафта, который тоже только недавно узнал. Полетела! Я тоже. Сейчас, Екатеридзе, нам с тобой надо найти... На самом деле мы уже с тобой его находили, портал. И под порталом выкопать небольшую такую ямку. И как раз-таки вот эта самая ямка нам и поможет убить визера вообще запросто. Ты же знаешь, я не люблю это место больше всего. У меня здесь плохие воспоминания. Да, Катя очень много раз здесь умирала, когда мы два раза убивали дракона. Но ты самое главное, не смотри просто на эндерменов. Просто ходи возле меня. Я сейчас здесь все сам построю, сам все оборудую, и ты сама убьешь скелета визера без единой трудности. Посмотрим, что у тебя получится. Чтоб ты понимал, ты сказал не смотреть на эндерменов, и я в реальной жизни прищурила глаза, чтобы на них не смотреть. Мне кажется, ты реально уже очень много переиграла в Майнкрафт. Угу. Это и есть твоя конструкция? Ну и чё? Такое нельзя было построить возле нашего дома, я не могу понять, а? Так суть вся заключается в том, что визер будет застревать в бедроке. Где я тебе возле нашего дома бедрок-то возьму, Кать? Бедрок же делается лавой, заливаешь это и... Это обсидиан делается лавой. Бедрок — это нижние блоки мира, его никак нельзя сломать. Или ты до сих пор веришь в то, что бедрок ломается, а? Ты мне говорил, что бедрок ломается. Все ладно. Подписчики говорят, что бедрок ломается. Да, бедрок ломается, да. Но в этом мире Майнкрафта его можно найти только здесь. Выкинь мне, пожалуйста, весь песок душ и выкинь мне, пожалуйста, все головы. Сейчас я тебе все покажу. Делаем необходимую постройку для призыва визера только наоборот, чтобы она лежала на пузике. Так мы его и заспавним. Кать, ставь по сторонам бошки, слева и справа. Не-не, сам. Ладно, сам. Давай я сам. Если подписчик не врет, значит он сейчас застрянет в этом бедроке. И мы его запросто убьем. Ты готова? Подожди, а если подписчик врет, то если что? Если врет, так тогда он здесь взлетит, и мы его больше никогда не словим. Поэтому давай, ага, заостряй свой меч и готовься. Раз, два, три. Хвостяра торчит. Тихо, не спугни. Подойди. Ну, слушай, да? Я тебе предлагаю сгонять за чайчиком, попить его, потом вернуться, и он уже сам пойди там умрет и там выпадет из него что-то, а? То есть, подожди, подписчик был прав, реально ничего делать не нужно? Ну, подожди, мы его заспавнили, он сейчас сам умирает.
чудеса, да и только. Последнее время у нас что-то все автоматическое, даже лидер автоматически убивает. Слушай, у нас, походу, реально, последние 100 серий это бесконечные фермы чего-либо. Сейчас бесконечная ферма визер-маяков звезд смерти. И курочка Каролина. Не переключайте каналы, мы вернемся буквально через несколько минут. Только заварим чаечек. Чур мне зеленый, и печенюшки не забудь, и мороженку еще, и вафельки, и вот это вот все берешь с собой и притаскиваешь сюда. Слушай, а давай ускорим это дело? Да тут чуть-чуть осталось, что ускорять-то? Да давай! Да ничего, не трогай его, сейчас он вылетит! Он начинал вылетать, я его успел убить! Это мне! Звезда Незера! Слушай, так давай мы с тобой в каждой серии сюда будем приходить с тремя бошками и убивать в каждой серии по визерскелета. И через чтобы неделю... еще раз ват идти за этими бошками черными, да ни за что в жизни. Все пока. Алибидерчи, малышка. В моем сердце ты вспышка. Че ты сейчас ляпнула? Значит, я стал неожиданно малышкой. Зато вот этой малышке... Зато у этой малышки есть звезда Незера, а у вас ее нет. Аривидерчи, малышка, в моем сердце ты вспышка. Ты меня покорила, ты меня чего-то там убила. До свидания, мы расстаемся. До свидания.